За последние 3 года инвестиционный комитет Башкортостана одобрил предоставление господдержки почти 400 проектам на 21 миллиард рублей. 10 из них – это налоговые льготы, 11 миллиардов – субсидии. Об этом сообщает региональный Минэк. За этот период был дан старт таким крупным инвестиционным проектам, как строительство многофункционального комплекса «ГИМ-центр», распределительного центра сельскохозяйственной и продовольственной продукции в Уфе, а также комплекса каталитического крекинга в Салавате. Общий объем инвестиций, заявленных инвесторами за 3 года, составил более 815 миллиардов рублей. В результате планируется создать более 66 тысяч рабочих мест.